Çekil. Yedim yedim. Еще песню никуда не заливали, скоро она появится в сети, так что вот такая легкая премьера. Слишком громко правда кричит из глаз. Я по кромке спускаюсь вниз, пью за нас. Да, уехал из Витебска, понравилось. Да, прикольно, хорошие люди, прекрасная атмосфера. Все, кто... люди пишут уже, пьем чай из нового чайника. Это хорошо. Раздали призы и все такое. Ну вот. Я, да, свободный человек. Потом как-нибудь расскажу все подробности. Пока не могу.